школы руководителя как форму профессионального коучинга. Под таким названием начала свою работу школа для учителей. Для них в течение года будет организовано множество семинаров, круглых столов и совещаний. Главными темами обсуждения станут изменения в законодательстве, кадрового дела производства и вопросы охраны труда. Также будут темы, связанные с повышением качества образования для подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. Современный руководитель – это очень активный, опытный менеджер, и поэтому в этом году нами было принято решение о организации и работе школы руководителя. Если в прошлом году мы очень активно работали с молодыми специалистами, то понимаем, что в современном мире и молодыми, и опытными специалистами нужно уметь руководить очень грамотно. На первом семинаре, прошедшем в школе номер 13, обсуждали актуальные вопросы начала учебного года. Это работа по ведению электронных журналов и внедрению 5-дневной учебной недели. Эти темы обсуждали на основе опыта учебных заведений. Наши семинары будут работать в режиме школы. Будут проходить, конечно же, и теоретические занятия, но очень большой акцент мы делаем и на обмен опытом. Часть вопросов и часть заседаний у нас будут проходить в форме круглых столов, тем более, что многие школы имеют богатый опыт и готовы им поделиться. По сути, школа руководителей стала своеобразной экспериментальной площадкой. Ее работу возглавляют преподаватели кафедры теории управления Института развития образования Республики. Заседания для учителей будут проводиться ежемесячно. Анастасия Кай, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».